друзья, всем привет! Это Салоники, вечернее видео, предновогоднее, не совсем Новый год, но перед Новым годом, две недели еще. Сегодня покажу вам маленькие кусочки, отрывочки такие, что в нашем городке есть, какая елка у нас стоит в центре города. Ну, если что-то будет еще по дороге интересное, что-нибудь мы вам обязательно снимем. Оставайтесь с нами, приятного просмотра! Первое, что мне нравится, сын едет, да, посмотрите, никого нету. Это специальное отделение для езды на самокате, на велосипеде, для бега. Все пешеходы идут по правой стороне. Смарт, туси. Вот эта вся улица, она идет в клубах, кафетериях, параллель. Наши елки — это начало от параллели. Сейчас мы пройдем весь центр. А вот гостиница наверху вся. Да. Это центр Салоники. Видели, кто шарики продает сзади меня? Сзади меня продают все цыгане. Работают. Смотрите, какой клуб. Класс. Центр, люди отдыхают. Это радио, радио. Да, это радио, смотри. Вот это центр. Идем, все снимают, здесь очень много блогеров. Классно. Ребята, вот когда я еду на работу, вот в такой вот пробке я еду, но это 8 часов вечера. Я еду на работу в 6. В 6 тут вообще не проехать. Смотри, BMW какая старая, вот немец стоит, черная. Ну да, да, немец, чистый, чистый немец. Продвигаемся в ту сторону, вон часы стоят, сейчас я вам покажу. И выше там тоже есть какая-то ярмарка, по-моему. Здесь улица, да? Видишь, такой. Дай часы сниму. Вот эти часы, которые сделаны в земле. Вот стрелки поставили. Пойдем? Да. Ой, розетку поставили. Смотри, круто. Я думал, это письма. О, Нико, встань с той стороны. С другой. Ты как ангелочек, сына. Вот их полицейский участок. В центре города тоже. Напоминает, как у нас на ЖД вокзале. Ребята подпевают. Красиво, Нико? Сладкую вату. Погнали. Давай, иди посмотри, что там еще светится. Слушайте, а погода? Погода, в общем, теплая, но есть люди, которые ходят в шортах, я в шоке, или в майках, да? Это для меня дико. По-моему, сзади меня идет в майке, да? А, футбол. Ну, вот так вот. Так что такие пироги. Так, сейчас мы пойдем вот, перейдем дорогу и посмотрим, что там у нас за ярмарка. Там именно ярмарка. Будем идти туда смотреть, что там. Дорога джедая. Очень красиво сделано в центре, конечно. Украсили, торговые центры тоже украшены. Но, как обычно, как говорится, центр города только, а все остальное уже второстепенно. Здесь тоже... Ну, балконы красивые. Ну, то, что люди украшают балконы, это да, сам от себя, да, делаешь. Но центр города в основном, в принципе, как и везде, украшается.
Сейчас мы перейдем дорогу, где остановки всех автобусов проходят, и посмотрим, что там. Это начало ярмарки, да. Вот она такая. Вон автобус стоит с полицией. Давайте пойдем, перейдем дорогу и посмотрим, что там. Рекламирует «Зенит». «Зенит» — это «Зенял». Это свет. Пойдем посмотрим, что там. Сюда. Нико, иди к Санте. Садись. Все хорошо? Я сын Нико. Браво. Христоболи, не? Загадал желание? Дальше сделана ярмарка тоже, как похоже на... Похоже, как у нас на Дерибасовской. Тоже домики, да, слушай? Как у нас на Дерибасовской возле Макдональдса сделано. Магазинчики. Продают пиццу, мед, одежду зимнюю, шапочку, гамбургеры, чизбургеры. Прикольно, да? Я тоже хотела сам, я как будто очутился немножечко так это дома у себя. Нет, но это очень похоже. Очень похоже на Дерибасовскую. Лучше, конечно, да. Посмотрите, сколько молодежи здесь. Елки. Класс. Будем снимать сейчас дальше. Карусели стоят, сладости. Люди отдыхают. Сейчас у всех будут отпуски. Да, они умеют отдыхать. С числа 20 у всех будет отпуск. Пошлите в дом Санты. Сейчас мы найдем дом Санты. Опять. Посмотрим. Какой он. Пусть сынок загадывает желание. Пусть у него все исполняется. И у вас тоже, друзья. А вот дом Санты. Видишь, такой классный. Дом Агиос Василиос. То Спитаки Агиос Василиос. Но он закрытый. Сынок пошел на карусели, пусть немножечко расслабится, а то на самокате тоже надоедает, а каруселька очень красива. Каток здесь, конечно, не очень. Да, у нас намного круче каток. Сейчас пойдем под арку, под одну арку, которую я 10 лет уже не могу пойти туда. Говорят, что это очень знаменитая арка, что тот, кто под ней пройдет, должен загадать желание, оно обязательно исполнится. Вот я хочу пойти под эту арку знаменитую, я вам сейчас ее покажу. А вот гостиница, ее перемотали в такой вот как бантик, как будто коробочка завернутая, так красиво, классно. Ну а мы движемся к арочке. Поехали. Зеленый, пошли. Сюда? Да, нам прямо, нам две остановки. Я нашел 28 евро и 5 евро чепчик и 23 евро штаны. Форма Powerscar выходит очень дорого. На 7-м километре за 200 гривен можно купить дешевле. Шутка, конечно. Все зависит от материала. Вот такие остановки. Тут пишут, какой автобус, куда едет и через сколько минут он прибудет на эту остановку. Вот так вот. Классно гулять, конечно, по городу. И у меня сегодня выходной. Супер. Ну вот. Вот мы и дошли до этой знаменитой арки. Пойдем. Какой 5? Я 10. Ну, жена моя 5. Мы всегда проезжаем ее. Эту арку. Да, вот она. Всегда хочется. Она огромная.
и она очень, как сказать, широкая, и очень она старая. Тут дорога. Так что, смотрите, она какая широкая. Да. Ксюш, ты можешь, да? Проходим ее? Я прохожу. Надеюсь, что у нас будет. Сына, посмотри, какие скульптуры, да, сниму. Это она осталась с тех времен еще. Не знаю, когда ее построили. Нету тут номинала. Факт в том, что это все сохранилось. Безумное классное ощущение. А ну сними, да я пройдусь, сына. Смотри, еще здесь церковь классная есть. Очень красивая. Она так... вообще природа, да? Когда мы жили в Платамоносе, там как бы церкви в горах сделаны. И они по-своему красивые. Здесь, да, здесь они тоже по-своему красивые, потому что их сохранили, эти постройки. Но они застроены новыми, да? И так вот идешь, вроде бы нету ничего. И тут вот какой-то монастырь. Ну, прикольно, конечно. А чей он? Сына, мы прошли эту арку, представляешь? Ты видишь? Тебе 5 лет, ты первый раз ее видел и первый раз прошел. Вот. А я хотел 10 лет пройти ее. Я пройти, да. Сфоткаться, конечно, хотел. Сфоткаться не сфоткался, но осталось видео на память. Это тоже классно. Вот мы спустились до башни. Мои катаются. Вот что значит самокат. Покупайте детям самокат. Будет вся семья довольна. И быстро, и продуктивно ездим. Пойдем сейчас по Парали в ту сторону. И вернемся в центр города. Мы прошли большой круг Парали. Вот, здесь не украшено. Здесь памятник сзади меня македонского. Вот. Обычно здесь припаркованы кораблики, которые катают туристов. Погодка у нас шикарная. Температура плюс. И это хорошо. Так что, ребята, это город Салоники. Вон сзади меня находится башня. Спасибо, что подписываетесь на канал, ставите лайки, пишите комментарии. Я обязательно что-нибудь сниму, я обязательно что-нибудь вам подскажу. Всем пока, до новых встреч!